И опять заглючил, и пришлось нажать на паузу, ой, на стоп, и все такое. Так, опять стоп. И всем привет, мои любимые зрители, с вами Данил, и это канал Good Time Channel. И сегодня, наконец-то, долгожданное прохождение Лимбо. Не выпускаю, мы выпускаем его редко, потому что у нас в основном блоги. Ну, и разные видео, там подборка фейлов и все такое. Вот, но Лимбо вход редко, поэтому я его выпускаю сейчас. Так, что нам нужно сделать? Сейчас я попиваю чаек. Ну, как бы не попиваю. Я его сделал, как бы чай-то заварил, но чайник горячий, и вы понимаете, да, о чем я? Или нет? Ну, короче, чайник горячий, и я решил, пока он остывает, снять видео. Да, вот так, вот такое спонтанное решение. Если честно, мне уже либо надоело снимать, вот, я его чисто из принципа хочу, ну, закончить снимать. Потому что, раз начал, надо завершить дело. Вот. В эти выходные ночью гулял с лучшей подругой, вот, мы, короче, это, ходили на околофутбол, в принципе, фильм норм такой, только немножко тупой. Ой, блин, а, надо, фак, все так сложно тут. Ну, я понял, короче, надо сейчас так взять его и закинуться. Закинуться. Чё несу вообще? Давай. Стой! Нет! Как мне успеть? Ой, what the fuck? Давай, короче, надо... Ты вот так дернул, он поехал. Ты такой, опс. Опс-мопс. О, нет! Сука вонючая, блин! Чуки, короче, тут... Если честно, вообще Лимбо... на нервы очень сильно действует. Лимбо это дурацкое. Я столько за него перенервничал уже. Давай скорее, вонючий, вонючий. Так, ну блин, короче, смотрите, я понял. Сейчас, короче, если вам лень смотреть, можете перемотать, и сейчас скручу надо делать. Смотрите, смотрите. Запитаюсь уже. Короче, нажимаете на рычаг, он катится, бежите сюда, залезаете, переворачиваетесь, бежите обратно, оп, так он сюда катится, тащи, сука, тащи, давай скорее, да, опа, потом сюда, и все. Нет! Так, все, и он туда катится, вы бежите туда вниз, да, вот так, бежите, ну беги, давай скорее, ну беги, давай. Бежите вниз и все. И наслаждайтесь жизнью. А для чего я это все делаю, интересно? И зачем я это сделал? А? А что мне надо-то? Вообще не... А, мне надо коробочку спустить. А зачем мне спускать? Чуваки. А, ну все понятно, чтобы сюда забраться. Вот, получается, забираемся. Коробочку сюда. Потом сюда спускаемся. Вниз, вверх, влево, вправо. Потом идем за мячиком. Он сюда катится. Давай, ах ты вонючий. Ну-ка, на разгонку взять. Он катится, ты бежишь. Блин, и лохунулся. Вонючий шар. Давай обратно лети. Ну вы, короче, поняли, да, о чем я? Можете перемотать тут на минуту, может. Может поменьше. Блядь. Ой. Сейчас он, короче, заново прикатится. Выкатись уже. Оп. Ух, нифига, он что-то не пришибло, блин.
А, кстати, я же говорил про фильм «Около футбола». Футбола. Фигня полная. Там некоторые сцены такие были вообще быдловские, такие гоповские, блин. Давай... Ах ты, блин. Давай слезай тогда. Ну, я скажу, что я вот так-то столкнул туда вниз. А, ну, в фильме такие сцены быдловские были. Там, короче, это... Знаете, танец как бы Харбас. Ну, типа, раз-раз-раз, это Харбас. Вот. Там, короче, два главных героя, которые в этом фильме были, они шли по улице, и там в кругу люди танцевали, как бы, этот танец. Они, короче, взяли и точно начали танцевать. Вот это как-то вообще, ну, не... Короче, тупо выглядело. Не знаю, мне от этого стрёмно стало. Вот. А вот подружка моя вообще там качалась. Кач поймала. Вот. Так что, ну, если вам нравится, типа, удобные, типа, там, ну, там, фильм-то про драки, как бы, там не про футбол, а про драки, как дерутся, там, все такое, банды всякие. Ну, это вот эта всякая фигня. Вот. Итак, мы уже тут продлились далеко. Сейчас скидываем ящик туда. Зачем, блин, зачем я это делал? Не знаю, ну, короче, посмотрим. Бупс. И подтащили его туда. А зачем я это делаю, чуваки? И чё? Fuck the logic, motherfuckers. Ааа, понял. Понял всё. Я всё понял. Тот ящик, который там был, обход тоже надо. Да-да-да-да-да. Ну, сейчас тогда попрыгаем, запрыгаем. Так. Оп. И сюда его притащим. Скоро сниму влог. Скорее всего, ну не влог, а влог. Про то, как провожу выходные. Ну, там, как ночью гуляю, все дела, что делаю. Как отдыхаю, короче. Вот. Ну, думаю, интересно будет. Но если не интересно, то и смотрите. Нас никто не стреляет. Я не Путин. Вот. Ну, не знаю, к чему ты сказал, но ладно. Так что... Вот так вот. Секите, о чем я. Ну. Ну, кстати, она опустилась, да? Один ящик засовываем сюда. Понимаете, да? Смотрите, сейчас его засовываем сюда. Оп. А тебя, вонючий, сюда. Оп. И все. И поднимаемся. Все. Все довольны, все рады. А тут что? Тут? А, стой! Ты куда, блин, пошла? Подошла сюда. Умер. Я не люблю умирать. Итак, я вернулся. Оказывается, тут очень сильно заглючило то, что пришлось перезагружать игру. Вот. И пока я тут это делал, попивал чай и позадумался, почему я всегда говорю, чуваки, вдруг, ну, как бы, и девушки тоже смотрят сейчас. Да, блин, как это сделать? А, на, можно рассказать, вот. И вдруг девушки тоже сейчас это смотрят, как бы. И мне очень приятно, когда я так называю. Вот. Так что, я не знаю, как вас называть. Может, там, белки. Что за фигня несу? Или там, котята. Или малышня. Напишите в комментариях. Хорошо? Как вам больше нравится, вот. Ну, ты предложил три варианта? Не, подождите. Я какую-то фигню предложил. Сейчас я подумаю еще. Так, может, вас называют рыбки? О, рыбки. Как вам насчет рыбок? Или... Рыбки. А что рыбки, что плохого? Рыбки в самый раз. Ты еще и сдох. Вот офигеть. Вот вон оттуда. Офигеть, и что я отсюда? Зашибись, я прыгнул. Прыгнул, как мастер называется. Давайте я вас буду называть рыбки мои. Ну-ка, посмотри. И пацанам будет не очень обидно. Ну, что такого-то? Рыбки, да рыбки. И девушкам. Девушкам-то вообще не обидно будет. Вот. А чуваки, говорю, чуваки, блин. Это как-то вообще, ну, девушкам, мне кажется, вообще неприятно.
О, наконец-то запрыгнул. Ну все, рыбки мы, буду вас так называть. Добрались мы до сюда. Что делать, никому не известно. А, все, походу, заклинит. Бух. И что? Что происходит? Что происходит? Я не понимаю. Опачки. Куда тебе-то надо? Прыжок. Ух ты. Нифига меня долбануло. Интересно знать, куда мне поступать. Не знаю. Кстати, да. Кстати, насчет этого. Я вот задумался, я что-то вообще хз. Раньше хотел всю жизнь, уже 6 лет, поступать в медицинский. Я же чай пью. Вот. Но все время что-то задумался. И теперь вообще не знаю, куда поступать. Ну, вот и перехотелось, там и долго это все такое. Вот дверка открылась. Оп, блин, не запрыгнул. Ну, давай на это туда. То, кстати, и так уж надоело учиться, уже учусь 10-й год. Считай, а в медицинском учиться еще, блин, еще 7 лет лишних. За это время можно дофига всего успеть сделать. Так ли? Тут мне кажется, сейчас сложно будет. Стой ты, блин, как полз. Так. Ну, наверное, с этим. Ну, на половине его остановил, как бы. Сейчас, смотрите. Включаю дверь. Она открывается. Прыгаю на ящик. Прыгаю на лист. Факс. Так, сейчас она немножко поближе его подвинуть, да. Вот так вот, да. Ну, все, давайте проверим, как бы. Смотрите. Я, например, допрыгну до сюда, да. И так, как сбегу, оп, и все нормально. Оп. Оп. Все хорошо. Так, получается, сейчас делаем так. Прыжок. Оп, разбег, прыжок. Оп, давай. Лимба, лимба, давай. Ох, молодец, лимба. Так держать, так сказать. Так держать, так сказать. Так. И что тебе? Опускаем. Ну, блин, ну что опять происходит? А, давай. Ай, ты дурак. Нет, что ты наделал? Ты опоздал. Надо было на веревку. Блин. Ух ты, йоу. Увидели это? Им чисто голову отрубило. Давай скорее, беги, лес. А, ну блин. Ну чуваки. Ну это нечестно, почему такая несправедливость царствует? Ну, сейчас все исправим. Так, и вот мы все исправим. Ну мы, точнее Макс. Макс же красава. Вообще уважаю его. Вот. Все нормально теперь. И дальше играем. Так. Давай. Оп. Тащи. Тащи. Прыг. Скок. Оп. Все нормально. Теперь будем висеть и ждать. Я пока буду попивать чай. Вы тоже можете заварить чайку и смотреть это видео. Я в основном снимаю это видео как бы для того, чтобы, например, знаете, играете в эту игру, запутались, не знаете, что делать. Я, ну, взяли такие, набрали в интернете, я такой вам написал, ну, точнее, мы видео посмотрели, и все. И сразу поняли, что надо делать. Все дела. Ух ты, блин, нифига, вот это вообще по-гангстерски. Ай, вот. Чтобы вы понимали, ну, знаете, запутались, там всякое бывает, да? Вот, ай, хоп, такой, снял. Залил в нет. Вам показалось все. Вы посмотрели, и теперь знаете, как делать, если запутались. Опа. Ящик, давай скорее, падай, там скоро на меня шар упадет. Ящик. Давай. Куда тебе надо вообще? Мне кранты.
пак. Блин, а ч, чуваки, а что делать? Смотрите, я опускаю рычаг, так? Ну нет, ну чего? Приходится вот, я вот как бы снимаю, когда вот эти летсплеи, то приходится снимать как бы по несколько видео. Ставить на стоп и, точнее на паузу, фу, да, на стоп, и новое видео снимать с того момента, потому что, когда снимаешь полное видео, ну, целиком, то, не знаю, с помощью этой программки iPad как бы не справляется или что. Вот. Опа. Офигеть, ну это хардкор вообще. Вот, iPad не справляется, я не знаю что. И из-за этого как бы видео затормаживается, ну тормозит, глючит. И все. И приходится заново переснимать. Поэтому мы снимаем по несколько видео. Ну да, конечно же, не монтировать, но делаем все, чтобы вам было лучше смотреть. Рыбки мои. Ну не, ну давай опять тухнем, но ну блин. Как же мне доставить личинки? Что там за тетка была? А, я же в первой части рассказывал суть игры, да? Ну, если не смотрели первую часть, то посмотрите первую часть Лимбо. Я, короче, говорил сюжет игры. Короче, вот это Лимбо, это мальчик, который ищет свою сестру. Вот, на протяжении всей игры, и из-за этого у него препятствия как бы возникают. Ну, как вы все помните, то, что личинка от света реагирует в другую сторону. Вот, и у него появляются всякие препятствия из-за этого, и все это, чтобы найти свою сестру. И это, походу, его сестра, потому что мы уже в конце игры, как бы. И это... Что? А где сестра? Она что-то была? Блин. Блин. Возлезай! О, прыгай! Ух ты, ё! Повезло. Так. А тут что? Ну, давай зацепляйся. Бух. Жесть. Вот. И на протяжении всей игры он ищет как бы свою сестру. Давай, прыгай. Давай, беги, 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 вот, 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 вот. Оп. Оп. Опа, все, наконец-то. Так, тебе надо убежать отсюда. Ну вот, на протяжении всей игры он ищет свою сестру. И, походу, там девочка сидела, это, походу, его сестра была. Вот. Ну, походу, уже конец близок. Ну, нажмем на рычаг, и чё? Подожди. А. Блин. А, я понял. Надо просто вовремя успеть нажать, да? Вот сейчас. Опа. Тормозила. Теперь сюда. Опа, все замечательно. Что-то не очень замечательно. Подвигся немножко. Походу, надо наоборот вот сюда, вот в эту сторону. Да, вот сейчас. Давай. Опа. Ловкач, трукач. Лимбахач. Стихотворение для вас, рыбки мои. Опачки, опачки. Сейчас нас зарубит на мясо. Нет, выбрались. Так, вот эту серию вот сделаю по-любому супер длинную. Потому что, если честно, Лимбо надоело снимать. Вот одно Лимбо снимать вообще надоело, вы не представляете как. Подождите, я сделал ерунду, как я понял, да? А что надо-то? А наверх, что ли, или сюда? Давайте здесь посмотрим, что у нас. А, ну как я понял, надо на рычаг нажать, да? Ну, всегда самое сложное все. А в чем прикол то, что тут электричество, я не понял. И как-то прям, блин, ну чё, а? Зачем так все сложно делать? Иди сюда. Короче, я сейчас пока буду думать, а вы можете опять перемотать. Ну, мы просто не достигли еще. Ну, точнее, достигли, чтобы монтировать лучше, чтобы было это... А, ну, все понятно. Чтобы было монтировать как бы легче. Ну, фу, легче, а это, а лучше. Да, блин, ну ты лох. Чтобы было лучше монтировать,
мотоциклю уровень, знаете, чтобы когда долго не знаешь, что делать, ну, как бы быструю перемотку сделать, ну просто понимаете, лимбо. Вообще вот просто неохота над ним париться. Вот эти всякие эти, еще так монтировать его под часами. Неохота, мы за 15 минут его монтируем и все. Просто, блин, сдох. Просто 15 минут монтируем и все, как бы. Снимаем видео, поставляем мне большую такую расслабляющую музыку под атмосферу. И все. Приветствие в начале. Вот этот логотип. Логотип? Или как он называется? Ну, я остановился на логотипе, да. Вот. Где там Good Time Channel, там еще типа такие всякие молекулы химические. Ну, такая синяя заставка, видели, да? Вот. Но раньше такая зеленая была, но сейчас уже на новый уровень монтажа мы поднялись. Точнее, Макс поднялся. Вот. И... А в конце просто как бы такой хардкор небольшой. Давай-давай. Опа. Прыжок. Давай-давай-давай. Оп. Ес, мы красавцы. Рыбки мы. Так. Теперь прыгаем сюда. Ну, блин, хоть бы не заново, пожалуйста. Вы что, издеваетесь, что ли, блин? Офигеть. Это вообще капец. Создатели вообще... Ну, ты говорю, нервы можно уничтожить свои на этой игре. За что? Так, здесь я буду где-нибудь, да? Ужас, кошмар. Вот, ну, и поэтому, знаешь, так ускорять там все. Вот эти видяшки там. Чтобы доберту тут, как я долго мучаюсь, это просто ускорить и уже показать действие, когда я сделал. Это просто лень. Так видео будет надо дольше снимать. Вот, всякие летсплейщики, которые занимаются тут давно уже, меня поймут, мне кажется. Блин. Знай, Гейнс, да я подразбавлю твои подержанные виски. Вот. А вот когда блоги мы снимаем, мы там вообще по-всякому по-крутому пытаемся мутировать. Потому что блоги — это блоги, сами понимаете. Много интереснее летсплеев. Потому что там летсплеи — это можно найти их миллионы. Можно и любой найти. А блоги, они, если оригинально что-то снимаешь, то это уже интересно. Так. Наконец-то мы поехали на тележке. Я когда смотрел Я когда смотрел трейлер к игре, там, короче, видел, как он на тележке ехал. Ух ты, с первого раза получилось. Так. Вот, видел, как он ехал на тележке, поэтому пытался как бы быстрее добраться до этого уровня. Оп. Оп, ну нифига себе! Вот это, ну... Они меня надурили. Взяли? Нет. И электричество меня убили. Раз так делается? Скажите мне. Не, ну, ах, ты, ну, точнее, тут был знак, типа, напряжения. Ну, а что, знал, что ли? Не, ну, это не сейчас. Беги, Форест, беги. И куда? И чё, куда мне бежать-то, блин? Вы чё, издеваетесь, что ли? О, нет, не, ух, я очень не убила. Чуваки, я сейчас не знаю, в натуре. А, подождите, я понял. Может, надо здесь как-нибудь остановить, чтобы надолго ехала? Опа. Так. Так. Беги, 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 беги. Лимба, давай, лимба. Фу! Ну, блин, почти добежал. Ну, чуть-чуть осталось, да? Видели, видели? Стоять. Стоять и двигаться. Не, ну сейчас точно не успеем. И бац. Даже прыгнуть не успел. Так, сейчас надо просто вовремя... Оп, спрыгнул, да? Остановил. Надо, чтобы вообще остановилось на максимум. Даже вот так вот. Чтобы даже не было раскачки. Чтобы она упертая была. Так. Теперь сюда, давай. А, ну блин, ну как-то вообще поздно. Прыжок. Блин, даже прыгнуть не успел. Рыбки мои, простите меня. Буду гордать как гуф. Ай, блин, стой, стой, стой. Стоять, сказал. Я сказал стоять. Иди сюда. Я перелезу через тебя. Постоишь ты немного тут.
я пока съем кунжут. Зарифмовал и побежал! Почти. Мичуки, я вот говорю, монтирует, ну, этот летсплей лень. Поэтому просто промотайте в натуре. Не, ну, вы не представляете, как лень их монтировать, это перематывать лишнее время. Я почти добежал, вы видели? За что? Блин, чуваки, как он делал? Блин, вы вообще не представляете. Стой, не то дело. Да, откатите его. Оп. Он откатывается, как бы, да? И так, хоп, побежал. Беги. Ускоряйся. Прыгай! Почти, видали, почти долетел. Блин, серьезно, рыбки мы. Мне очень лень это снимать. Вот эта серия, и еще одна, и все. Это максимум. Больше точно не будет. Я вам обещаю. Я понимаю, может, вам самим дело. Ну, те, кто смотрит меня... Стой, нет. Те, кто смотрит меня ради не того, чтобы как бы узнать, как проходить, да что как. Вот, а тем, кто просто хотят меня услышать там. Ну, вряд ли, конечно. Но вот... О, наконец-то видели? Вот. Но те, кто ради этого смотрит меня, извините, пожалуйста. Скоро уже начнем новую игру. Ну, либо серьезно делать 2D-игра как-то еще. Ну и что? Я ничего не вижу. Ну, туда. Я ничего не вижу. Сейчас опять куда-нибудь упаду. Блин. Прикиньте, я чай успел допить, пока снимал. А чай, знаете, какой? Тигуани. Я понял, сейчас меня прищебет камнем, да? Смотрите. Бац. Кто умер? Лимба умер. Вот за эту игру Лимба умирал 1000 раз. А вот сейчас? Пришлось остановить, потому что мне позвонили. Вот все делается не в подходящий момент. Вот мне кажется, нет такого человека, который с первого раза, без всяких подсказок, без всего, без обучающих видео, прошел Лимба без единого этого умирания, смерти. Прыгай. Запрыгнул? Ничего не видно еще. Ну и что, куда дальше-то? Там какой-то электрошок опять. Ну что? А, ну блин, ну, я, конечно же, видел. Офигеть, вы видите это? Опять отсюда, блин. Это жесть, чуваки. Ой, рыбки мои. Ну это капец. Офигеть, слов нет. Надоело Лимбу. Не думал, что он так быстро надоест. Я снимаю еще его раз в 2 недели, раз в 3 недели. Ай, стой. Прыгай. Ой, лузера. Давай, мучись уже. Бац, убили. Убили меня. Это плохо. Эх. Побежали. Давай, крутись уже. Сюда. Ай, стой, тут прыгать надо было. Прыгнул. Вот сейчас я еще плохо помню, но там надо туда вверх запрыгнуть куда-то. Да? Вот сюда. Нет! Ой, блин, рано прыгнул! Ой, блин. Знаете, как сделаем, кстати? Ну, вы поняли, да, то, что нам запрыгнуть туда надо? Нам сейчас... Ох, смотри, как много еще, блин, ну надоело уже. Да что? Ну, на этой трассе, да? Ну, давайте, типа, мы прошли, да? Ну, вы поняли, там просто надо пропрыгать. Ну, чуваки. Ой, рыбки мои. Не так, ну, смотри, тут просто туда, где я там запрыгнул бы, и все. И сразу сюда пришел, видите, там, где крутится. Не, ну, правда, очень уже наскучало мне это. Ну, а тут что? Еще какая-нибудь фигня. Чем делать? Ой, ну, еще и упал, замечательно. Ух ты, оно стреляет. А, это, походу, лазер. Когда на него находишь, оно стреляет. И что мне делать? Так. Прыжок. Ух ты, блин. На коробочку какую-нибудь, наверное. Коробку. Так, вот эту, может? Эту вообще возьмешь? А, возьмешь. Ну, подвигаешься вообще. А каким коробку-то взять? Ну или что?
это несправедливо. И что им внутри делать-то? Не понимаю. О, блин, это, наверное, самый сложный уровень. Ну, кто игру проходил, напишите в комментарии, это самый сложный или нет. Ну, если вы вообще-то все досмотрели, потому что уже ерунда пошла. Так. Может, где-то рычажок должен быть или еще что-нибудь. Не, ну серьезно. Ой. Упал. Так. Если вот так вот. Как бы. Оп. Оп. Ту-ту-ту-ту. Нифига колбасит-то. Ну и что от этого? Офигеть, чуваки. Ой, рыбки мои. А-а-а-а! Нифига себе. Ух ты. Так смотрите, прикол. Я понял, надо просто эту фигню убить и все. Она почти... Ух ты, она тебя будет меня преследовать? Иди сюда. А да, ты тут. Умри! Ту-ту-тух. Так. Теперь я как понимаю, надо пробраться. Ну давай сюда плыви обратно. Будешь меня преследовать всю жизнь теперь. Да, не в ту сторону полетело. Тупой механизм. Фу-фу-фу. Эх, ха-ха-ха. Мне, кстати, знаете, насчет чего звонили-то? Друг звонил, на Брусин звал. Вот я сказал, типа, либо снимаю, доснимаю и приду. Он такой, хорошо. Раз хорошо, значит неплохо. Так и да. Гравитация-то дурацкая достала. Так. Знаете что? Видео идет довольно долго. Смотрите. Нам осталось 7 уровней пройти. Я уверен, то, что мы с вами этих 7 уровней пройдем быстро. Сегодня мы прошли тоже где-то... Нет, даже побольше, уровень 9. Ну, вот, не знаю, как показать, но... Ну, посмотрите это видео, я там вроде тоже включал, сколько мы прошли и тут. Мы прошли нормально так. Так что, смотрите, вот эта 6-я часть последняя и будет... Последняя, ну, точнее, последняя, предпоследняя. И будет их как бы 7 частей. Вот, как бы 7, такое счастливое число, все хорошо. Вот. Поэтому Лимба, вот этот хачик, тюкачик, с вами прощается. Я с вами прощаюсь, Данил, с канала Good Time Channel. Вот, спасибо за просмотр этого видео, нашего летсплея Лимба. Мы вас очень любим, рыбки наши. Всем удачи, всем пока.